У мусульман подходит к завершению пост Ораза. Он длился месяц. Последний день выпадает на 23 мая. А 24-го начинается один из самых главных праздников в исламском календаре – Айд. К слову, из-за пандемии коронавируса праздничного намаза в мечетях не будет. Подробнее об этом наш корреспондент. Каждый мусульманин должен начать ураза айд с праздничного намаза. В прошлом году мечети области заполнили верующие. В 2020-м здесь будет пусто. Все из-за пандемии коронавируса. Однако встретить священный день может каждый по всем канонам ислама у себя дома. В этом году в наших мечетях праздничный намаз не будет читаться. Во всех мечетях Республики Казахстан, в том числе и мечети Павлодарской области. Поэтому мы призываем наших прихожан воздержаться от прихода к мечети утром. А вместо этого человек может дома прочитать дополнительный намаз, который называется напль. То есть она читается 2 раката или 4 раката после восхода солнца. Где-то приблизительно в 6 часов, 7 часов. Кроме того, павлодарские имамы рекомендуют не приглашать на праздники гостей и не выходить лишний раз из дома. Азамат Айтхалин, Серик Коныкбаев, телекомпания «Ирбис».